Доброго времени суток, друзья, и приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня мы посетим с вами один из проектов на базе игры GTA 5, расположенный на платформе Rage MP. И называется этот проект Grid Roleplay. Не Grand Roleplay, а Grid Roleplay. Это немножко другой проект. Мне прислали ссылочку с просьбой зайти и посмотреть, что он из себя представляет. И вот, если честно, я не знаю, дружище, который прислал мне эту ссылку, какую цель ты преследовал, но ничего хорошего я сказать не могу. Начиная вот с меню персонализации, которое мне уже что-то напоминает, и я, по-моему, видел это раза 4, это точно за свою карьеру походов по этим проектам. Да и, в общем-то, ладно, старое меню не говорит о том, что это плохое меню персонализации. Ну, только единственное, что здесь выведено все на ползунки персонажа, нельзя крутить мышкой, там, зажимая правую или левую кнопку. Надо манипулировать ползунками. Не самое удачное решение, но, тем не менее, менюшка вот такая вот. И, в общем-то, делаем своего уродливого персонажика и заходим на проект. Ну, а при заходе мы появляемся вообще в какой-то непонятной точке, выбранной, по-моему, просто тыканием пальца. Вот персонаж будет появляться здесь. Хрен знает где. Но так как игра у меня открылась в аккордном режиме, мне пришлось перенастроить. И после перезахода я оказался в больнице с уже нулевым здоровьем. Не знаю, что произошло в момент моего перезахода. Но так как мы появились в больнице, давайте с нее и начнем. Выглядит это вот таким вот образом. Но тут внезапно появился откуда-то медик. Кстати, медик, по-моему, он же и администратор, потому что появился он непонятно откуда. Ну и вообще нас на проекте всего два человека. Поэтому он еще какое-то время, судя по шагам, которые я слышал, за мной наблюдал. Да и вообще, если вот говорить по онлайну и по вообще по этому проекту, то, во-первых, у них очень какая-то неудачная группа ВКонтакте. Вот так вот она выглядит. Здесь свыше 1000 подписчиков, правда, почему-то подписчики скрыты. Количество указано, подписчики скрыты. Мне вот почему-то кажется, что это, ну, не очень честное, что ли, количество. Может быть, накрученное, а может быть, просто фейковая цифра. Потому что онлайн этого проекта составляет 1-2 человека, и в самый пик я видел аж целых 5 человек. Ну, если у вас группа свыше 1000 человек подписчиков, что ж с онлайн-то такое творится? Ну и этого проекта в списке Rage MP вы не найдете. Зайти на него можно только через IP-адрес. Также нету никакой информации о проведенных ZBT, OBT. Просто проект, видимо, открыт, и судя по постам, какие-то розыгрыши проходят среди вот этих вот 5 человек, что ли, не понимаю. Ну, в общем, вот такая вот группа, и меня очень удивило, конечно, количество подписчиков и онлайн. Очень странное соотношение. Ладно, оставим группу ВКонтакте в покое и переходим дальше. И следующий шаг — это посещение мэрии, которая выглядит вот таким вот образом. И тут с первых шагов, как мы только входим в эту мэрию, мы понимаем, что это классическая сборка Red Age. Опять же таки слитая с интернета и никак не измененная. И вот список рабочих занятий. Показывать их я даже и не буду, потому что с этими рабочими занятиями знакома, по-моему, даже моя бабушка. Даже тот, кто не играет в GTA, все знают, что есть работа газонокосильщика, почтового курьера, дальнобойщика, ну все, что вот здесь написано. Поэтому даже касаться этого и не буду. Ну и изменений, как вы видите, ну никаких нету. Это вот классическая сборка Red Edge, слитая с интернета. Но тут я сталкиваюсь с вопросом, а что же мне тогда показать людям? Что я могу показать на этом проекте? Что есть интересного? Судя по карте, ничего, никаких изменений. Все точки, вот как они на Red Age, на классическом когда-то были, все так вот оно и стоит. Аренда автомобилей всего одна на всю карту. Ну, правда, дома убраны в агентство по недвижимости. Чтобы купить дом, надо идти в агентство по недвижимости. Не пойдем мы в это агентство, посмотрим что-то еще. Может быть, есть какие-то рабочие занятия. Для этого надо покрутить карту. И да, действительно, есть как минимум одно рабочее занятие, называется оно фермер. Следующее, а как туда добраться? И вот тут начинается то, о чем я, по-моему, бомблю на каждом проекте, в котором разработчики, ну, то ли не тестируют, то ли сами не понимают этого, а может быть, не пробуют играть за новичка, но здесь нет возможности добраться до туда. Есть в телефоне вкладка «Аренда транспорта», нажимаешь, но она тебя приводит на пустое место. Вот как вы сейчас видите. Я несколько раз нажимал эту вкладку «Найти ближайшую точку аренды».
Она должна быть по классике этой сборки возле мэрии, но ее там нету. Пожалуйста, побегайте по проекту пешочком. Блин, ну вот как, ну как вот можно так открывать проекты? Вы вообще, вот это касаемо разработчиков, вообще не заходите и не пробуете поиграть? Или вы заходите с админкой и гоняете на машинах, взятых через админку? Ну так же не делается. Вот зашел новичок, и что мне делать? Первое рабочее занятие, которое я хочу посетить, фермер, находится где-то в районе Палета Бэй, и мне туда что, пешком бежать? Что делать-то? Ну, я решил рискнуть и пойти в автосалон. Прав у меня нету. Бежать до автошколы я не хочу. Я решил посетить автосалон. И, к моему удивлению, я смог приобрести машину, даже не имея прав. Не знаю, вот что это, непродуманность опять, потому что не знаю уже, как относиться к этому проекту. То ли это забыли продумать, то ли это действительно вот такой вот шаг, что тебе и права не нужны, можешь брать машину. Надо сказать, что подъемные данные очень весомые, то есть я бы мог купить примерно 5 машин. Дом тоже для покупки автомобиля не нужен. Покупаем автомобиль, ну машинки вы сейчас видите, какие здесь представлены. Покупаем одну из них, я взял просто самую дешевую, для того, чтобы у меня осталась какая-то сумма денег. Ну вдруг еще что-то на этом проекте будет, что потребуется от меня каких-то капиталовложений. Поэтому не стал брать на всю сумму, отдается, еще раз скажу, 50 тысяч в самом начале у вас. Поэтому я бы вот выбрал вот такую вот машинку, и на ней мы дальше и поедем. Поедем в сторону Палета Бэй. А именно там находится единственная добавленная здесь профессия, не принадлежащая сборке Red Edge, но которую разработчики не смогли грамотно интегрировать в эту сборку, поэтому в списке в мэрии ее нету, в телефоне ее нету, а найти ее можно только через карту. Ну вот таким вот образом мы туда и двигаемся. Ну и выглядит это вот таким вот образом. В общем-то такой скрипт я где-то уже видел, но оформление мне не знакомое. Это работа фермера. Одна из загвоздок этой работы, что здесь надо покупать семена. Но вот где их надо покупать, хрен его знает. Первым делом я поехал в обычный магазин. Но в магазине почему-то семян нету. Также здесь еще можете заметить, в этом магазине и нету воды. То есть лимонада там какой-нибудь, воды ее нету. А жажда и голод есть. Вот где брать воду, я на самом деле так и не разобрался. Ну, я не объехал все магазины этого проекта, но вот здесь воды нету, и как пополнять жажду, я, честно говоря, вот не знаю. Когда у меня индикатор начал падать на ноль, я просто ушел с этого проекта. Ладно, едем дальше. По логике я предположил, что есть точка продажи этих вот собранных нами урожая. Может быть там. И да, действительно, продажа семян оказалась вот именно в этой точке. Ну вот такой вот тут дядечка стоит и сам, видимо, охреневает, что он здесь делает на этом проекте. Очень интересный у него взгляд. Ладно, покупаем здесь семена. Семена покупаются нажатием на кнопку. В общем, ну выбрать сразу там, например, 20 зерен купить нельзя. Надо тыркать вот кнопку, сколько раз натыркаете, столько раз и купите. После чего мы возвращаемся обратно на ферму. Там трудоустраиваемся, получаем форму. И идем на грядки. Ну, а тут такой, я бы сказал, очень банальный скрипт, в котором, оказывается, нету никакой практически анимации, то есть растений нету, ничего здесь мы визуально не наблюдаем. Ну и сама анимация, вы сейчас видите, она очень дерганая. То есть опять не смогли нормально настроить анимацию, нормально интегрировать данный скрипт вот на эту сборку. Очень все дерганно происходит. Ну, а происходит все вот таким вот образом. Мы проходим сначала по одним кружочкам, туда-обратно сажаем зерна. Потом эти кружочки меняют цвет, и мы собираем урожай. В общем-то, вот и вся работа. Сколько вам надо купить зерен, никакой информации нету. Я напокупал аж слишком много. Вот просто жмыхал-жмыхал эту кнопку, чтобы у меня были какие-то зерна. Ну, вот таким вот образом, в общем, выглядит эта работа. Не могу сказать, что вот она меня чем-то удивила. Анимации неказистые, визуала никакого нету. Вот такая вот, в общем, работа. Ну, а после сбора, естественно, урожая везем к тому же дяденьке с удивленным лицом и все это продаем. По экономике даже не затрагивал, ну, неинтересно вот мне на этом проекте находиться, поэтому я даже и не буду углубляться
Хорошие ли здесь заработки или нехорошие? Вообще, вот, если честно, ну, неинтересно. Как я увидел список вот этих вот газонокосильщиков, почтовых служащих, так мне сразу же руки и опустились, поэтому, ну, не хочу я копаться в этой экономике. И единственное, что я еще могу показать на этом проекте, это, на мой взгляд, очень амбициозное решение поставить магазин с донатными машинами. Выглядит это вот так, ну и цены вы сейчас видите. Чему равны эти цены? Ну, естественно, рублям, а один к одному, там один к двум, я не знаю. Не лазил, не смотрел, мне это не интересно. Ну, вот такой вот магазинчик присутствует на этом проекте, где играют 5 человек. Но, как я и говорил, в группе ВКонтакте аж 1000. Не знаю, не знаю. Уж заходите, играйте, судите сами. Ну, а мне, например, здесь некомфортно и неприятно. Мне проект не понравился. Не знаю, вот вы посмотрели обзор. В общем-то, если вам понравилось то, что я показал, а показать я смог только вот этот магазин и рабочее занятие, заходите, играйте, пробуйте. Может быть, кто-то не видел ничего, чего-то, вернее, подобного, и это вас удивит, то вот такой проект существует, он открыт. В общем-то, заходите, играйте, получайте свое удовольствие. Ну, а я же уплываю с этого проекта с каким-то чувством, что я был очевидцем еще одного очередного акта насилия над редейджерской сборкой. И даже где-то в глубине души мне обидно за ребят, которые разработали вот эту настоящую стандартную сборку Red Edge, открыли проект, потом она пошла по рукам, и уже что я только не видел, как только над ней не издевались, над этой самой вот Red Edge сборочкой. Ну ладно, в общем-то на этом и будем заканчивать. Я уплываю по канализации вдаль от этого проекта. Ну а вам, если понравилось, заходите и играйте. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго.